И избили, и оштрафовали. История с побитым дедушкой-инвалидом подошла к концу. Напомним, сам инцидент произошел 18 июня и попал на камеру видеонаблюдения. Мировой суд вынес вердикт. Мужчина получил наказание. Впрочем, его получили все. И дедушка, и его жена, а также невестка. Признать Гридасову Оксану Владимировну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП, и назначить наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Виновными признали всех, и штрафы получили все. Статья также одна на всех. Совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий. Из плюсов далее по минималке. Вилка тут от 5 до 30 тысяч рублей. Мы решили Верховный суд не обжаловать, потому что это дополнительные нервы, дополнительные затраты. Уже дедушка не спит ночами, все это переживает. Ну, в общем, нет сил уже бороться, нет сил и нервов, и духовных, моральных. Как решено, так решено. Наш суд вот решил наказать всех.